Вот у нас голубятня здесь номер два. Я всем показываю, когда экскурсия идет по железной лестнице. И вот оттуда сколько мы всего навыбрасывали. Это всякие гнезда, все ощущали. Там мышей завелось, тьма. Они у меня погубили, я так по приблизительным подсчетам, 225 килограмм примерно, 250 пшеницы изгадили. Все, прямо море. Ну и вчера мы тут порешили, Володя подсказал, как. У меня такое было, крысы напали, это все вот оттуда снимали. Тут еще вот дрова там разного, вот, картон. Мы сбрасывали оттуда, он брал. Так, мы сейчас идем дальше. И пришлось голубей вести в Барнаул, собрать там. А там все железом покрыли. Это непростая работа, голубятни. И все, отбились. Вот сейчас мы покажем, как там стало сейчас. Голубей ночью, только что этой ночью, на воскресенье. Сегодня какое? Шестое? Шестое, да. Шестое июня 2021 год. Вот сейчас мы наверх залезем и посмотрим, как тут. Это мне... Вот. Кухня, окно здесь. Там черная кошка наша. Это вообще до того ловливая. Бомж с улицы подобрал. Не сравнишь с домашними. Она минуты не сидит спокойно. Она их душит, как это я кто-то залажу. Вот замочек. Сейчас залазишь сюда, и чтобы только не выскочили они. То есть осторожно залазь. Вот так. Здесь все мы разобрали, железо убрали. Банки один оставили. Видите, везде норы, норы, норы. И вот в этой коробке подняли сюда. Я зашел, окошек нету. А наконец увидал. Оказывается, здесь у меня паля и чернушка. И палю два раза обошел, нигде нет. И нашел только ее, он там в углу сидит. А ее кот зажал, она, видать, гуляется. Ну, как говорят, тычкует. И он там в углу. И я тогда решил, он заблокировал ее, сам я работаю, и за девками только гоняется. Это чат рулетку устроил мне здесь кот. Белый. Я его отправил. А это вот, я говорю, взамен принести синьку. И вот она синьку принесли. А это спряталась от нее. Вот еще спряталась. Она тебя не трогает. Давай оттуда. Вот так. Вот это самая ловливая кошка. Пантера черная называю. Только гляжу, опять мышь. И она везде. Вот это у меня здесь голубятня встала. Гляжу, прыжок, и она уже здесь, где кормушка. Проверила все тут, залезла. Вот сюда прыгнула. Уже здесь около окна. Гляжу, ее нигде нет, когда пришел сюда. А она уже там лазит поверху. Чернушка. А эти здесь двое на земле. И она там увидела воробья. Видно, забыла, что она там на балке-то. И вот так как прыгнула, и оттуда, гляжу, 20 лишних метров хлопнулась. Вот сюда вот упала. А то у меня песок здесь. Но тут мягко все. Мелкий помет с соломой. И опять вон она сидит вверху. А синьку только занесли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать, двадцать четыре тюрюка, называю, забитые пшеницей. Ну, сколько в них? Ну, даже если 35 килограмм. Я сколько сказал? 24. Ну, вот умножь так это... 20 на 24, давай, двадцатку. 48, полтонны. Ну, 20 полтонны, да? Да. Ну, вот полтонны здесь. А вот, смотри, мышь лежит. Тебе видать, нет? Да. Вот она, видать мышку. Видно. Это они уже здесь ее поймали. Я сказал им, тут сильно-то не давать есть, чтобы они ловили быстрее. А голубей мы увезли на две голубятни, на другие. А сегодня все доски подняли и висели здесь у меня на крюках. Показывал я, вот здесь вот на крюках висели мешки. И они, мыши, залазят и сверху на мешок падают, и она тут заводит. И прямо из мешка выскакивает один за другим. И черная везде находит. Вот сейчас она, видишь, опасается этой синьки, голубоглазая, синеглазая, называем синькой. Вот ее сейчас принес сюда. Я не знаю, где пали. Мы сейчас отсюда пойдем, в другую, куда мы голубей дели,
перенесли. А вот она и паля сидит, видать. Не знаю, видать будет, нет, темнота. Слово сказать, электричества Потеряевки нет. Вчера была как буря, и два телеграфных столба на Корчину повалило. Приехали машины, застряли в лагу, их вытаскивали как. А, Синька вот она ходит. Синька, вылазь. А это, Синька-то беременная, вот она идет. Выглядывает. Синька, вылазь оттуда. Давай, покажись. Выглядывает ту. Вот она идет. А та вот вверху сидит черная, затаилась. Все, пошла обход делать. Сейчас им везде. Мы мышам практически никуда вниз кинуться, а там кот ждет их. Это у меня здесь корыто для голубей. Два корыта. И там тазики. Ну, пойдем. Все, остальное мы оставляем здесь. Это мне Миша Коряков создал вот эту. Это вот лестница 13 ступеней. И идет на второй этаж. Это Лапкин Павел тут жил. Это лестницу я строил когда-то. Вот это мы давали Никите возможность жить. Колесникову. Ну, его нет, он уехал. А вот ночью сюда привезли голубей. Их он видать. Видишь, как надо, гляди. Держи вот эту вот засах. Теперь, чтобы не вылетели. Где-то тут крючок. Вот. Подождите. Ой-ой-ой. Потихонечку заходи. Заходи, закрывай быстро за собой, чтобы не вылетели. Вот они здесь. Вот это вот я вверху забил деревяшкой. Она что, в ладонь ширину? Придется оторвать. Я принесу стекло вот такое вот и поставлю, чтобы сверху светило. Это недосмотр. Так, теперь вон там голубята положили, а их никто не найдет. Вытащи их на пол. Вон туда положи, иначе они умрут. Внизу туда, подальше. Ого. Вот. Если они их тут прикормят, значит, будут живые. Второго туда же. Большие голубята пришлось снести. Вот, они сегодня не кормленные, кормить надо. Сколько здесь белых-то? 17. А? 17. 17, правильно. Два маленьких. 17 мгновений весны. Вот оно что. Здесь белое только. Ну, я здесь стеколка выберу и прибью его. Вот они где. Красавцы мои. А этот, он все время дерутся за пищу, все, за место. Тут вода есть. Так, а пшеница-то где? Ведро там? Нет. Да а здесь-то был тазик. Я же тазик здесь ставил. С пшеницей. Не было. Надо тут это еще. Там надо, чтобы видно было. Вон там стоял. Как так? Они тут не видят зерно. Как я-то это даже не знал. Вот сюда поставить надо. Чуть подальше от воды. Вот на это место. Понял? Угу. Как же так? Тазика нету. Этого я не ожидал никак. А почему они здесь не видят? Это я сделал. Это счастье здесь. А главное, там корм. Тут они не могут подойти, а там со всех сторон будут. Им не видно корм-то. Они его не видят. Вот хорошо, что пришли. А тут видишь, сколько гнезд. Так, вот это гнезда. Здесь один ряд. Вот второй ряд гнезда. Вот третий ряд, их не видать даже. Посчитай, сколько гнезд всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот за глаза хватит. Вон они те. Если они их кормить не будут, значит, они погибшие. Но тут ничего не сделаешь. Такой расход. Родители их не знают, только в своем гнезде. Видишь, они уже большенькие. А как их кормить? Если бы кто-то взялся кормить их искусственно в рот, там же пищу разжеванную. Были бы два голубенка, выходили ручные. Не возьмешься за это? Давайте возьмусь. Давайте. И... Хлебом и кашей, что ли? Ну да, хлебушек с чем-нибудь такое, чтобы было. Давай, забирай их отсюда обоих. Из подмышки. Так, подожди, давай, сходим сейчас. Может, кормить они и будут, узнают.
Сейчас мы там все приготовим. Воскресный день сегодня, 6 июня. Обход делаем голубятни. На Тихоныч маленько хромает. Опять подвернул ногу где-то, успел. Ну ничего, лазит. Сейчас полезет на эту голубятню свою любимую, 9,5-метровую. Ночью голубей сюда переселили из дома Плотникова. В дом дядь Павла и сюда. Вот Игнат Тихонович во всех своих физических способностях. А это у нас рында висит. На всякий случай. Вот такая вот железяка. Вот. Это какой пожар бывает, или еще там беда, или нападение. Это далеко слышно. И я полез за ним. Рында. Это мы с Виктором Николаевичем делали. Тут скобы стал бы забиты. Ты об них убираешься. На пасынке стоят. Наверху вот эта железная плита. И вот кролик, так сказать, этот. Ну, как колонок или хорек долезет, а дальше никак. Дальше ничего не сделает. Я поэтому здесь сделал там проволока, которая держится за пол. А теперь вот так вот. Крыша 9 метров 60 сантиметров. Ну, стол телеграфный. Сейчас поднимемся, он будет даже пониже. Теперь мы это не смотрится. Нет, не так. Вот. Ой! Да нога моя ножа. Хорошо мне послужило. Вот так, теперь я здесь открываю замок, убираю. Тут у нас коричневая, серая. Ну-ка, давай. Темная. Сапоги, надо снимай. Туда можешь не залазить. А так вот поснимай вверху, вон у них где, видать. Могу вам передать. А? Возьмите, вам удобнее будет. Ну, давай. И вот ночью вчера Владимир с Юрием здесь все занесли. Вот и пшеница в ящиках, и бутылки. Вот это 5-литровые, вот 3. Там 2 стоят, и здесь 2. Вот. А это гнезда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гнезд. Это дикари, самые настоящие, мною пойманы были. И видите, на ногах у них красные тряпочки. Я не знаю, видно это или нет будет. Вот она, видать. Это здесь, кажется, слева. Вон там, вверху, то же самое. Вот они все замечены были. Вот он коричневый. Называется не коричневый это, а вот она, ноги видно, правой ноге вот красная тряпочка пришита. Это называется палевый, как палево у меня. А вот они два, ну, полностью коричневые. Вот они где. Сюда их принесли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сколько, 12? Да. Ну, вот всех я их здесь уже. Вот сюда ночью перенесли, чтобы там мышам не было покоя. Ну вот на этом все можно сказать. Вот залазят сюда.
Так, чтобы это не сдвинулось, я сейчас кирпичик на нее положу. Смотри, чтобы не вылетели. Вот, открывай, все. Вот. Я отдаю тебе. Так, держи. Вот она, видишь, как у меня все здесь сделано. Вот здесь провода уже ниже меня. Провода. А ты там можешь повернуть голову. 9 метров 60 сантиметров крыша отхода. От земли. Да, вот электрический провод. На крыше стояло, его кто-то снимал. Держаться за что. И вот сюда вот туда посмотреть, там тоже все время выводят, прилетают. Красивое место, повторяю. Просто расчудесное. Сейчас покажу, как я лезу туда. Я быстро лазил. Теперь не так. Все. Вот тут приехали зоновые. Сейчас покажу, расскажу. Так. А там вон кто, где кошки. Голубята это. Вот это голубятня номер один. А вот здесь вот было, у меня проволока такая. Я ее вот сюда вот и завязываю. Проволокой. Вот. А здесь тоже проволока, вот она. Ветер сдувает лестницу, я на полу ее сколько раз подбирал. Вот возись, охота тебе, говорит мне. Охота. Охота, и притом не греховная это. Без голубей никуда. Их жертву приносили там по разным причинам. А вот дальше, видите, какое сооружение трехэтажное. Называется балерина. На кривых ногах стоит пасынки. Павел сделал, брат мой. Башня летняя, резиденция Игнатия начальника. Балерина. Вот, отсюда, видать, где шарик. Вон она какая. А это рядом. Там, ну, все уже сделали. Стол привязать. А тут слева домик называется Скворечник. Он похож на Скворечник. И тут я и нахожусь. Моя резиденция. А до этого было вон на третьем этаже балерины. Рядом Глушков находится. А там он, все дальше деревни идет. Называли Старообрядческий тупик. Тупик, то есть, ну, дальше никого нету. Вот видишь, какие здесь. Это недавно посадил вот эти вот ветлины. И такая ветлина вот уже до проводов почти доходит. Это куда ж такая осталась? Ну, сами понимаете, вот провода начинает задевать. Богом потихоньку спускайся, и там вокруг дома обойдешь, тоже покажешь. Володина машина, крепко держись. О. Можно выражаться. Да. Повредить ногу легко, а потом не направишь. А тут вот ящик, в нем тут хранил разное. Еда закрыта была, ну, опрокинул его. И вся эта рында такая. Таких у нас несколько было. Одна в лагере, вторая тут на бугре была. Видишь, вот тут все сгнило. Тут можете ночью пойти и рухнуть можно туда вниз. Вот она, видишь, сгнила как. Надо Володе как-то сказать, чтобы он убрал вот эти две. Хорошую мне сороковкой покрыл. Все. Володя тут выкатим. Можем ходить. Слава тебе, Господи. Это что мне надо? Вот эту вот отпилить.
Ну, высоко, потому что зашла. Она провода может соединить. Это все сами сажали. Вот это клен не сажали. Тут, вот это бузина. Бузина. Тут где-то рябина и яблоня, ранетка. Дети всегда спрашивали и ели. Видишь? Я как только туда лезу, а шарик беспокоится, чтобы я не упал. И кричит, не лазь, не лазь, не лазь. Видишь как? Ах, ах, он просто, ах, ах. Он жалеет меня. Ну что такое? Смотри, у нее хвост такой. Это признак любви. Ой, ой. Ну что такое? Я ему взял так, вот как развел. Ну, что такое? Что такое? А? У тебя вертушка-то здесь нету на шее. Подожди, вертушка-то нету. Подожди, подожди, шарик. Только подожди, я тебя прощупаю на крещение. Видишь, он закручивается, потому что вертюшка нет, еще он сделал с нее. Подожди, ну шарик, ты же убегал, сцеп-то потерял, там вертюжок был. Ну, дай-ка я тебе сниму вот это, смотри. Сейчас я ему разверну ее, он много накрутил уже сегодня. Видишь, как сделано, сама она не соскочит. До предела. Шарик, за тобой вина. Вина, ты убегал, цепь потерял. А вот теперь видишь, как насколько закрутил он ее. Шарик, давай сюда. Вот, как будто специально такая. Кверху она не вылезет никак. А это он прячется. Тут было так, большое сорочинное гнездо с веткой отрубленная. Ну, видно, передвинули или пропало. А это его конура. Это конура у него. А-а-а. Еще как будто нету. А это у него подстилку делают. Давай подстилим тебе. Ну-ка. Давай проверим, как пойдет. Домой. Шарик. Иди в дом. Ну-ка иди сюда. Иди ко мне. Иди туда на место. На место. Давай посмотрим, как у тебя там. Ну-ка давай. Ну иди сюда, иди. Ну что уперся-то? Давай сюда, давай. Так потяни, он выскочит из этой. Уперся. Давай. Давай. Давай, давай. Блять, тебя жары. А, не достанет у него. Не достану. Цепь-то короткая. Не достану. Попробуем, достанут, не достанут. Гора идет к, к Магомеду. Так, ну-ка давай. Водички так. А ну-ка давай, шарик, давай туда. Давай, лезь. Ну-ну-ну-ну, лезь, 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 лезь. Лезь, лезь, лезь. Шарик, ну-ка на место, на место, место. Ну-ка место, место, давай. Ну-ка, бесполезно. Ну что такое, а? Не время. Все тогда на этом. Цепочка-то длиннее будет. Тогда мы можем передвинуть это дальше. Пойдем. Это видишь, вот дрова как сложены, как пирамида. Это вот одна пирамида. Там как вот вторая пирамида, ну да. А это постепенно накопили. Надо везти в город нам хоть половину. Там дров нет. Вот у нас такие везде записи. Посчитай. Везде. Поэтому все делается открыто, ничего мы не скрываем. Тайная запись, это уж ну, редко, где может кто-то не видел сам. Так, теперь тебе постелить надо все. До вечера посмотреть, будут кормить их или не будут. И тогда видно будет. Кормить. Ну, там водички можно как-то закрепить, чашечку найти, такую маленькую.
Ну и остальное корм маленько подсыпать. Может быть, клевать будут семечки там. Хорошо. Чтобы, ну, и изо рта, и жевать, чтобы они научились брать. Все, уходим. Все, с Богом. Давай, бери.